Дорогие друзья, всем привет! Вы на музыкальном канале Крик Бенд. Здесь, значит, всякие музыкальные эксперименты, всякие штучки музыкальные и, в общем-то, авторская музыка и кавера. И сегодня мы будем продолжать делать кавер на песню «Ой, то не вечер», это вот народная песня, она мне очень нравится. И так как уже был некий опыт делать, ну, кавера на другие народные песни, и мне это нравится, буду делать «Ой, то не вечер». Мы вот в прошлом видео уже сделали, что мы нашли тональность, в которой мы будем петь. А в итоге там будет модуляция на каждый куплет. Будет соло. А соло будет после второго куплета. И, значит, что мы должны сейчас сделать? У нас есть, давайте я вам напомню, прописан вокал просто для примера. Для примера. И все. Ой, то не вечер, то не вечер. Мне мало спалось. Короче, просто вокал для примера, для того, чтобы мы сейчас писали гитару. Мы начнем писать гитару. Ритм. С ритма мы начнем. Я подготовил уже все, значит, у меня будет левый канал, ритм, правый канал будет. Вторая гитара будет левый, правый канал. Назвал я ее соло. Значит, сам. Начнем мы песню сразу с текста. Ну, типа, песня сразу начнется уже с голоса. И сначала будет гитара так иногда возникать. Второй куплет разгонится. Потом пойдет соляга. Ну и третий куплет будет завершение. А, или какой куплет? Ну да. Да-да-да, после второго куплета будет соло. И затем... финиш. Да. Мы будем пользоваться, значит, гитаррик. Гитаррик. Куртенблум. Перевернем. Ой, то не вечер, то не вечер. Мне мало спалось. Мне мало спалось. Ой, да во сне привиделась. Мне мало спалось. Ой, да во сне привиделась. Мне во сне привиделась. Ой, будто конь мой вороной. Разыгрался, расплясался, ой, разрезвился подо мной. Ой, разыгрался, расплясался, ой, разрезвился подо мной. Летели ветры злые, ой, да с восточной стороны. Ай. Там, подождите, не въехал я. Я там что-то протупил. Ну, зачем высоко так уходить, да? Здесь можно и ниже сюда уйти. Итак. Ай, налетели ветры злые, ой, да с восточной стороны. Ай, сорвали черную шапку, ой, с моей буйной головы. Ой, сорвали черную шапку, ой, с моей буйной головы. Все, это был левый канал. Сейчас мы проверим, на месте ли он стоит. Ай, налетели ветры злые, ой, да
с восточной стороны. Ай, сорвали черную шапку. Все нормально, хорошо. Теперь, соответственно, левый канал. Левый канал пишем. Все хорошо, значит, мы прописали левый-правый канал. Ну, вроде все на месте. Сейчас нам нужно соло. Ой, то не вечер, то не вечер. Мне малым мало спалось. Мне малым мало спалось. Ой, да во сне привиделось. Мне малым мало спалось. Ой, да во сне привиделось. Во сне. А, пропустил, прокосячил. Короче, давайте посмотрим, вместе или нет. И вечер мне. Как будто вперед тоже лезет. И вечер мне малым мало спало. Во сне. Ты. Власть. Мало спало. Так, спало. Мало спалось. Ага, вот сейчас мы продолжим. Мало спалось. А, еще разок. Еще разок. Мало спалось. Ой, да во сне привиделось. Мне во сне привиделось. Вообще опять не то сыграл, прикиньте. Не то, второй куплет мы должны разогнать уже. Мало спалось. Ой, да во сне привиделось. Мне во сне привиделось. Ой, будто конь мой вороной. Ой, разыгрался, расплясался. Разрезвился подо мной. Ой, разыгрался, расплясался. Ой, разрезвился подо мной. Летели ветры злые. Ой, да с восточной стороны. Ай, сорвали черную шапку. Ой, с моей буйной головы. Ой, сорвали черную шапку. Ой, с моей буйной головы. Блин, все, хватит на этом. Это у нас мы пишем вторую гитарку. Левый канал. Так, проверяем, на месте ли она. Мало спалось. Ой, да во сне привиделось. Мне во сне привиделось. Ой, будто конь мой вороной. Так, теперь смотрите, теперь надо еще и левый канал. Ой, правый прописать. Это был левый, теперь правый пишем канал. Поехали! Ой.
Ой, то не вечер, то не вечер. Я хотел что сказать. Второй канал мы в некоторых местах будем играть интервалы с мелодиями некоторыми. То есть, если у нас первая гитара играла... Вторая будет играть. Так, короче, еще рассказываю, просто слушаем мы, да и все. Ой, то не вечер, то не вечер. Мне мало спалось. Мне мало спалось. Ой. Не. Здесь надо по-другому, здесь что-то по-другому должно быть. Ну-ка. Спалось. Спалось. А, подождите. Так, еще разочек давайте попробуем. Там же нужно чуть-чуть по-другому сыграть. Ой, то не вечер, то не вечер. Мне мало спалось. Мне мало спалось. Ой, да во сне привиделась. Мне мало спалось. Ой, да. Маленько не туда залетел. Мало спалось. Ой, да во сне привиделась. Мне во сне. Ай, опять не туда. Мало спалось. Ой, да во сне привиделась. Мне во сне. Ну, да что ты будешь делать? А чё он меня сбивает, не могу понять. Мне привиделась. Мне во сне привидел. Да вроде нормально здесь все, да? Чё я не могу сыграть-то? Да все же понятно. Мало спалось. Ой, да во сне привиделась. Мне во сне привиделась. Ой, будто конь мой вороной. Ой, разыгрался, расплясался. Ой, разрезвился подо мной. Разыгрался, расплясался. Ой, разрезвился подо мной. Стороны. Ай, сорвали черную шапку. Ой, с моей буйной головы. Ой, сорвали черную шапку. Ой, с моей буйной головы. Все. Короче. Сейчас проверим, на месте ли это соляга, здесь правый канал. Ой, да во сне привиделась. Мне во сне привиделась. Ой, будто конь мой вороной. Ой, разыгрался, расплясался. Ой,
разрезвился подо мной. Ой, разыгрался, расплясался. Короче, все. Смотрите, получается, что мы написали ритм-гитару и две соло. Ну, понятно, ну, как пока, да? Смысл будет такой, как записали. Где-то поправится, да, что-то где-то изменится. Ну, а вот и все. В следующий раз мы будем делать барабаны под них. Понимаешь? Барабаны будем делать. Акцентировать на барабанах. Ну, а что, все. В принципе, на этом все. Ладно, всем счастливо, всем пока.